в деревне Оксидино Огудневского территориального подразделения «События» открыли новую детскую игровую площадку. Она построена в рамках губернаторской программы, а выбирали ее жители голосованием на портале «Добродел». Выполнена игровая площадка с учетом их пожеланий из лучших материалов. Очень удобная, комфортная и безопасная. Эту площадку выбрали сами жители места ее установки. В том году на портале «Добродел» было голосование открытое, в ходе которого жители городского округа сами определяли места установки площадок. Одной из пяти площадок, устанавливаемых по программе губернатора Московской области, да, Андрея Юрьевича Воробьева, стала именно эта площадка. Площадка отвечает всем современным требованиям. А таких причудливых и оригинальных игровых форм жители раньше не видели. На площадке есть довольно высокая башня-гора, в которой можно прятаться от солнца, а можно с нее весело скатываться. У детей, принимавших у взрослых такой серьезный подарок, уже появились свои очень важные предпочтения. Родителям смотреть на ребятишек одно удовольствие. Раздолье для детей есть где поиграть, полазить. Очень интересно. И для разных возрастов. Для самых маленьких и для детей побольше. Негде поиграть было. А сейчас красота. С внуками есть куда сходить. Нам не досталось такого. А внуки все увидят. На детской площадке есть два вида качелей в виде гнезда и на цепном подвесе. Есть карусели, есть два вида качалок – балансир и на пружине. Надежда Сутермина рассказала, что площадка ценная во всех смыслах. Стоимость оборудования, установленного здесь, около 5 миллионов рублей. Эта площадка – одна из построенных по губернаторской программе на территории Огудневского территориального подразделения. Ранее такие уже были введены в действие в деревнях Назимиха, Сутоки и в селе Душоново. Андрей Цеходович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.